По итогам 2023 года предприятиями, входящими в структуру ассоциации «Узелтехсанат», произведено продукции на почти 24 триллиона сумов. Показатели экспорта превысили 1 миллиард долларов, а география поставок насчитывает около 70 стран. Одно из таких производств расположено в столичном технопарке. Промышленное холодильное оборудование и климатические системы, выпущенные здесь, успешно конкурируют в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. В нашей стране уже выпускается широкая номенклатура продукции для производства, передачи и потребления электрической энергии от мелкой бытовой техники до промышленного оборудования. Стратегией нового Узбекистана до 2026-го предусмотрено увеличить объем производства товаров с высокой добавленной стоимостью в электротехнической промышленности в 2 раза. Электротехническая отрасль Узбекистана – это такое направление жизненно важное, и оно объединяет очень много предприятий от малых до самых-самых крупных. Если, например, говорить о производстве промышленных систем охлаждения, обогрева, то есть о климатических системах, одним из самых крупных производителей в Узбекистане является производство «Технопарк». Здесь выпускают темы АХУ, чиллеры, колд-сторидж-системы. То есть колд-сторидж, в свою очередь, делится на системы охлаждения и, например, шоковой заморозки. Продолжая климатическую тему. В Узбекистане только мы производим приточно-вытяжные установки для операционных комнат. Это называется гигиеническое исполнение. И мы выпускаем это по соответствию. Это стандарты ЕН-1886, 18053. И мы соответствуем всем стандартам, американским стандартам ASHRAE, что позволяет нам выпускать все наши продукции по всем нормам, американским и европейским нормам. А также, сейчас упомянули системы чиллеров. Эта установка вместе нашими выпускаемыми чиллерами совместно работает. Чиллер служит для охлаждения воды, а приточная вытяжная установка служит для подачи свежего воздуха для операционных, для больничных. А данное оборудование вот уже в каких-то медицинских учреждениях, в каких-то операционных в Узбекистане установлено? Да, недавно мы выпустили нашу продукцию для республиканской онкологической больницы, порядка 50 штук. За 3 года технопарк экспортировал около 3000 единиц климатических систем. Что касается общего показателя, 39 новых проектов, реализованных при поддержке Узелтехсануат в 2023 году, 3 из них – это новые производства в технопарк. 2023 год был очень успешным для технопарка. Мы запустили 3 новых производства. Это производство базальтового утеплителя, современные HPL-панели и солнечные коллекторы для нагрева горячей воды. Данный проект внесет большой вклад в развитие зеленой энергетики, с учетом того, что его применение возможно как в сельской местности, так и в городской местности. Мощность завода составляет 100 тысяч коллекторов и 60 тысяч водонагревательных баков. Подводя итоги 2023-го, по данным Узэльтехсануат, предприятиями-членами ассоциации произведено продукции электротехнической промышленности почти на 24 триллиона сумов. Экспортный показатель превысил 1 миллиард долларов.